фестиваль. Мы помним ваши имена. Это прежде всего память о нашем друге Василии Денисове. Внимание на экран. Поэт, автор-исполнитель, потомок знаменитой династии Орловых-Денисовых, десантник. И твой портрет стоит. Снайпер с 20-летним стажем, участник боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и других горячих точках. Уникальная его биография, биография бойца, позывной которой сегодня знают практически все. Артист. Ты воин-снайпер, Альфа и Афган. Оставили глубокие зарубки. Живающих тех ран рождала и стихи, и песен звуки, все мужество в гитарную струю, а меткость глаз чеканных песен строки, и мощно рвали жизни тишину, и били оголенной правды токи. Через года бросая сердце друга, и в цель послала меткое ружье. Война замкнула бесконечность круга, но памяти крыло ей не сломить. Летит, летит над нами память птица, и будет сердце нашим долго жить. Твоей души немеркнущей частица. Вот полон зал, и твой портрет стоит. А музыка то тише, то сильнее. Друзья поют, свечи, огонь горит. И алые гвоздики перед нею. Привет. Артист. Он родился в декабре 56 года. В 5 лет отец дал подержать ему настоящий пистолет. Выстрел оглушил, но не испугал малыша. Потом, спустя годы, будучи уже профессионалом, руководителем группы снайперов боевой и профессиональной подготовки подразделений «Альфа», Василий будет вспоминать этот случай. А еще он будет вспоминать слова своего отца. Стремись во всем стать мастером. И всей своей жизнью Василий Денисов будет доказывать истину этих слов. Рассказывать про Василия можно бесконечно, но самое главное, страницы биографии этого человека можно сложить из его же песен.